Такого холодного февраля не было с 2010 года. Устоявшаяся температура в минус 20 градусов приводит казанцев в недоумение. Мы узнали у нашего эксперта, с чем связаны морозы и ждать ли потепления. Вот уже несколько дней наш регион находится под влиянием холодной воздушной массы. Температура воздуха ниже нормы на 10-12 градусов. Что касается ближайших дней, на нас начнет оказывать влияние антициклон, который спустится к нам с севера и усилит похолодание. Если прогнозы гидрометцентра оправдаются и последняя декада этого месяца будет иметь вот такой холодный характер погоды, то средняя температура февраля окажется около минус 15 градусов при многолетней норме в минус 10 градусов. Говоря о том, насколько это рекордно, стоит отметить, что за последние 120 лет таких лет с температурой ниже минус 15 градусов было 23. Последний из таких случаев был в 2010 году, когда средняя температура февраля оказалась минус 16,8 градуса. До 26 февраля ожидается зимний характер погоды. Ночные температуры в силу отсутствия облачности смогут опускаться ниже 30 градусов. Так что с потеплением пока говорить рано. Елизавета Никитина, Фарид Захитаглы, Универньюз.